Вот, собственно, что значит ночная пустыня. Только что меня дергали по диагонали. На диагонали вон там пацаны рубятся, один другого таскают. Я полагаю, то же самое, помощь пока не нужна. И вот, собственно, куда ехать? Ха-ха, вон луна. А ехать вот, вот туда. Ну, не знаю, километров еще, наверное, 5 точно. Ну, будем искать дорогу. Проблема в том, что падение с барханов очень опасно и очень стрёмно, но мы справимся. Ночная пустыня, повторюсь, адреналин ночной пустыни зашкаливает.